Разразившийся буран в дороге застал более 80 человек и десятки автомашин. Большинство из них скопилось на перевале Одаман-Булак на границе Байдебекского и Созакского районов. Ситуация на дороге была настолько сложной, что даже спасатели добирались до места несколько часов. Мы здесь находимся не меньше 6 часов, а сзади машины все подъезжают и подъезжают. Их уже здесь много скопилось. Наша машина заглохла, и мы ждали помощь. Спасибо, нас вытащили из снега. Я сюда приехал вчера в 12 часов. Вез из Шымкента солярку, но не смог переехать перевал, так как был сильный гололед. Пришлось ждать помощь. Сидел здесь, солярку уже не бросишь. Застрявшие в заносах автомашины приходилось вытаскивать при помощи тяжелой техники. Дороги расчищали 2 грейдера и погрузчик, но и они не успевали бороться с прибывающим снегом. На помощь застрявшим в снегу были брошены 12 спасателей и 4 единицы техники. Здесь сейчас мы приблизительно насчитали 27 машин. Сейчас мы вот специальной техникой помогаем, вытаскиваем. Сейчас на данный момент 15 человек достали на пункт обогрева. Есть ребенок одномесячный, женщина. Около сейчас 12 человек, последние 12 человек отправили в село Чаян. Всего несколько дней назад из снежного плена спасателям пришлось вызволять водителей, застрявших на других перевалах Байдебекского района – Шыбыкбель и Музбель. Одаман-Булак – третий опасный участок в этом регионе. В общей сложности во время проведения спасательных операций с 9 по 15 февраля в Байдебекском районе было эвакуировано 120 человек, и из снежного заноса были освобождены 41 единица техники. Спасатели департамента ПЧС продолжают внимательно следить за ситуацией на дорогах. По прогнозам синоптиков, улучшения погоды в ближайшие дни ждать не стоит. И, возможно, спасательная техника будет задействована вновь. Данияр Худайбергенов, Бахтияр Ташпулатов, Камила Сайфуллина. Информационная служба телекомпании «Отрар».